Огромная площадь магазина разделена на несколько отделов. Без труда здесь можно найти все необходимое для школы, для работы в офисе и не только. В магазинах федеральной сети «Канцлер» продаются хозяйственные товары, компьютеры и оргтехника. Помимо того, что у нас имеется розничная продажа, также у нас имеется продажа канцелярских товаров через корпоративный отдел. Всего в Брянске планируется открыть 4 таких магазина. Первый начал работу в центре города по адресу проспект Ленина, 74. Уже в день открытия его яркая вывеска и подготовленная торжественная программа привлекли немало прохожих. Как только красная ленточка была перерезана, всем собравшимся предложили пройти в магазин и лично оценить продукцию, представленную, как говорится, на любой вкус и кошелек. Первое, что с радостью отметили посетители, большой выбор товара и низкие цены. Ассортимент магазина действительно огромен, и это отличает «Канцлер» от других магазинов города. Цены приемлемы, ассортимент очень большой, вот выбор тоже большой. Просто сразу все не увидишь, и не охватишь, и все не купишь. Поэтому потихонечку будем смотреть. Внучкам здесь что-нибудь такое есть, и тетрадочки, и игру, ну, разные, это самое, принадлежности для школы. Понравился магазин. И тетради дешевые тут, и общие. Нас это устраивает. Побольше таких магазинов. Для первых покупателей были подготовлены небольшие памятные сувениры. А тот, кто совершил покупку более чем на 1000 рублей, получил накопительную дисконтную карту. Очень удобно и то, что в магазине начал работу копи-центр, занимающийся изготовлением визиток, сувениров, брошюр и буклетов. Для населения мы осуществляем услуги копирования, сканирования, распечатка файлов, печать фотографий, цветная цифровая печать и маленькими от одной штуки тиражами и большими, если требуется. Большой выбор продукции, невысокие цены, наличие собственных копи-центров – все это делает магазин «Канцлер» популярным во многих городах России. И, судя по первому дню работы, «Канцлер» станет не менее популярным и у брянских покупателей. Екатерина Зодина, Владимир Сидоров. События, Брянск.